Шалом, дорогие друзья! Мы сейчас находимся в месте, которое называется Черный лес, Швайцкопф. То есть в черном-черном лесу были чудовища, когда-то говорили, но, знаете, сегодня живут хорошие люди, все изменилось, сегодня зима, и это место очень прекрасно. Очень холодно, мороз, а здесь озеро полностью без льда, тепло, теплая вода. Так очень интересно. Холодно или без льда? Нет, сейчас посмотрим. Фактически мы проезжали несколько озер, которые были замерзшие полностью. А вот это озеро на самом деле не замерзло. И люди спрашивают, почему-то так произошло. Видимо, теплые источники. Наверное, источники здесь. Теплые. Вот вы видите, это место называется Черный лес. Почему черное? Наверное, потому что темное дерево. И это прекрасно. Мы здесь с друзьями приехали посмотреть на то, что здесь происходит. Какой курортный маленький городок. Прекрасный. И мы очень рады. Слава Богу за все. Мы благодарны Богу, что мы приехали в Германию. Мы смогли послужить в Польше и будем служить здесь. Господь благ. Спасибо вам большое, что вы поддерживаете в молитвах нас. Вы молодцы. Спасибо. Мы чувствуем себя хорошо. Бог благословил. Шалом.